близко к его мячу. Бесит, что здесь одна жизнь всего. Меня уже бесит вообще эта игра. И при том, что она честная. В чем честная-то? Ну, читерства-то никакого нет со стороны игры. А разве со стороны игры бывает читерство? Конечно. Например? Ну, блин, возьми любой там I Wanna Be The Guy там всякий. Там просто происходит часто такое, ну, если ты не, ну, просто это не выучил, что там, например, сейчас на тебя упадет вот тот же самый Saban Action, который ты мне давал. Если ты не знаешь, что там в каком-то месте упадет потолок, ты по-любому сдохнешь, потому что ты не знаешь, что он там упадет. Ты не успеешь на скилл среагировать. Здесь такого нет. Ты должен быть джедаем-мастером. Там никакой джедай-мастер не спасает. Ты должен знать, что тебе здесь вот не надо брать, а здесь надо брать. Здесь там надо выбить кубик, а здесь не надо. Мегамен таким не страдает. Ты каждый раз играешь, ты становишься лучше. А здесь ты только хуже становишься. Да не, ну я ж уже второй раз до босса добрался, что я хуже. Но я тебе говорил, что бонус уровней сложный. Так я не давал согласия, то, что ты посмотрел, или вообще, чтоб ты их показывал. Ну, я тебе говорю, сиди, мой пластинки, вот, перед экраном берешь мочалочку, губочку и драешь. Да я тебе говорю, я шуметь буду, я их мою-то как, мне надо их пылесосить. Не палыч, че этими пластинками в жопе ковыряешься? Почему? Ну а чё там пылесосить их, ну, сначала пылесосить, потому что потом... из канавки пластинки так просто не удалить грязь. Блядь, чё зацепило, сука, мусора этого. Чё непонятно? Вакуумная карабина, у меня... Просто помыть под душем, это не помогает. Процесс-то каков? Сначала споласкивание под душем, потом стирание жирных следов, печатков и всего прочего. Мою обыкновенно мылом с губкой. Ты свой хрен, наверное, так тщательно не моешь. А потом еще кисточкой провожу. По дорожкам. И потом опять еще конкретная мойка. Я говорю, в натуре ты вряд ли еще что-нибудь так тщательно моешь. Так, я должен пройти этого босса быстрее, чем за 50 секунд. Или вообще пройти. Хотя бы хоть убить его. Кстати, этот босс уже был в Мегамене. Да блин. На геймбое. В каком-то из Мегамена он есть. И зовут его Энкер. Анкер? Ну, просто Энкер. Поздравляю, мы это сделали. Новый рекорд.